Началась печать бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов. Всего их будет более 800 тысяч штук, из которых свыше 600 тысяч на румынском языке. В это воскресенье второй тур голосования будет организован в 273 населенных пунктах. Еще в 8 пройдут повторные выборы. 19 ноября более 800 тысячам граждан предстоит выбрать глав своих населенных пунктов во втором туре. На сей раз бюллетени будут трех цветов, большинство розовые для выборов мэров. Исключение в Бельцах, где будут фиолетовые бюллетени, а в населенных пунктах, где пройдет повторное голосование, кандидаты в местные советники будут указаны в бюллетенях серого цвета. В 273 населенных пунктах избиратели ждут на участках для голосования, чтобы они выбрали своих мэров во втором туре. Еще 8 населенных пунктах будет проведено повторное голосование. Всего мы напечатаем 828 тысяч бюллетеней, из которых чуть более 637 тысяч на румынском языке и около 190 тысяч на русском. А для населенных пунктов, где будет проходить повторное голосование, будет напечатано около 23 тысяч бюллетеней. Изготовление бюллетеней обошлось в порядка 248 тысяч леев. Один стоит 28 банов. Это что касается второго тура выборов. Для повторного же голосования стоимость бюллетеня варьируется от 36 до 84 банов. Во втором туре бюллетени будут использоваться стандартные, а в случае повторных – идентичные тем, что были в первом туре. Totodată, în localitatea Cotova, din raionul Drochea, este înregistrat un singur candidat pentru turul 2, astfel că acolo buletinele vor fi și mai scurte, de aproximativ 10 cm. La etapa de asta este un singur... На данном этапе у нас лишь один населенный пункт, где баллотируется только один кандидат. Это село Котово Дрокевского района. Там высшая судебная палата исключила кандидата из предвыборной гонки. Чтобы быть объявленным победителем, необходимо набрать более половины голосов граждан, принявших участие в голосовании. Во втором туре всеобщих местных выборов самый длинный избирательный бюллетень составит почти 49 сантиметров. В нем будут 18 кандидатов на пост мэра Кирсова Гагаузской автономии.